Я Дов, всех приветствую. Сегодня мы с вами поменяем, судя по всему, сим-ридер на что это за таблет у нас, 5200. Вот, принес клиент мне сегодня, не читает сим-карту. Правильно вставил. Он ее даже не держит. Вот так выглядит новый слот. 5-7 евро он стоит. Вот. Давайте посмотрим. Если у нас карта памяти стоит, вытаскиваем ее, чтобы не повредить во время того, как будем снимать заднюю крышку, проверочную сим-карту. Я достал. Итак, открываем. Давайте отключим. Пошла перезагрузка. Я вытащил сим-карту. Сработал датчик. Итак, открываем, снимаем заднюю крышку. Я всегда снимаю с противоположной стороны гнезда наушников, потому что оно немного выпирает, гнездо наушников, поэтому снимать его советую в последний угол, на котором он находится, снимать советую в последний момент, в последнюю очередь. Аккуратно снимаем, не оставляя следов. Довольно легко снимается крышка. Пошли сообщения. Итак, сняли крышку. Давайте отключим таблетку. Вот здесь у нас находится сим-карта, сим-ридер, который мы сейчас с вами заменим. Выключился аппарат, сразу отключаем батарейку. Включаем батарейку. Первое, что мы должны сделать, во избежание замыкания случайного, снимаем все разъемы. Шлейф гнезда зарядки. Дисплея, тачскрина. Так, разъем динамика. Что у нас здесь еще один? Шлейф боковых кнопок. Виброзвонок. Камера. Здесь у нас датчик. Передняя камера. Так, вроде все отсоединили. Раскручиваем. Освобождаем системную плату. Семь евро стоит сим-ридер, и замена его, за замену мы берем еще 15 евро за работу. Нормальные деньги за 10 минут работы. Итак, все открутили,
все открутили, что-то держит. Вот этот паз здесь у нас такой. Здесь вот паз. Правильнее было бы, конечно, снять всю батарею. Здесь она еще у вас прикручена, видите, да, болтиками. Можно, в принципе, этого не делать, достаточно освободить системную плату вот от этого паза. И системную плату можно вытащить. Убираем дисплей с рамкой. Видите, да, здесь вообще контактов нету. Я покажу поближе. Видите, да. Один контакт только вот здесь ушатанный. Вот, всех остальных нету. Так, снимаем. Снимать будем термофеном. Нет смысла ковыряться паяльником. Долго, непрактично. Ставлю. Учитывая, что рядом ничего нету, да, ставлю 350 градусов. Давайте зажмем в держак. Так, застегнем куда-нибудь сюда. Сейчас отрегулируем камеру. Вот как-то так. Итак, 350 градусов я поставил на термофене. Греем периметр, середину. Нагрели, добавляем флюс. Аккуратно снимайте, постарайтесь не повредить пятаки. Вот. Ни в коем случае не пропадает резкость. Так. Сняли старый лидер. Новый будем ставить, конечно же, на паяльник. Потому что термофеном мы его просто сожжем внутри. Заводим контакты. Эти все контакты целые, ничего не повреждено. Так, держак нам уже не понадобится. Так, смотрим, что за ридер у нас такое. Четыре ножки этого ридера должны войти в плату. Тут сквозные отверстия. Вот здесь вот первое, второе, третье, четвертое. Вот они. Сквозные отверстия, то есть. Ну и соответственно на ридере, видите, да, такие вот ножки. Вот они должны войти, пройти сквозь плату. Поэтому устанавливаем ридер. Далее подставляем.
Я всегда пользуюсь вот такими вот штучками, чтобы прижать. Вот, и паяльником. Берем припой. Просто немного прижимаем в эти сквозные отверстия, и сим-ридер новый уже под действием того, что улова расплавляется, ножки садятся на свое место. Все готово, основное сделано, сейчас осталось только сверху. То есть мы сейчас не просто ножки посадили на свое место, а центровали сим-ридер. Он сейчас стоит так, как нужно. Еще раз. Не до конца сели. Засело немного, но теперь более-менее нормально. Итак. Все, сейчас просто проходимся по всем контактам непосредственно самой сим-карты. Ой. Флюс добавляем. Припой с этой стороны. В общем-то и все. Давайте проверим. Ставим сим-карту. Той стороной ставил. Ну, как минимум механизм работает. Сейчас включим аппарат и проверим уже непосредственно работу. Итак, удаляем отработавший флюс.
моментально испаряется. Можно не продувать. Не вовремя мне звонят опять. Итак, собираем таб. Прошу прощения, отвечал на сообщение срочное. Собираем таб, включаем, проверяем. Сначала, если вы батарейку не снимали, если вы делали как я, то сначала вставляем вот, с другой стороны материнку под разъемы батареи, вот эти вот. И вот этот паз, который мы вот здесь он находится, снимали, просто его защелкиваем таким образом. Итак, соединяем все разъемы. Батарейку, винты. Винты закручиваю. Еще один винтик. Итак, ставим крышку, включаем, проверяем. Вставляем гнездо наушников, которое немного выпирает. Вот здесь вот у нас дальше по периметру застегиваем. Возвращаем карту памяти. Так, вставляем сим-карту для проверки, желательно с пин-кодом. Вот у меня водофоновская сим-карта с пин-кодом. Вставили, включаем аппарат. Запрашивает пин-код, то есть все нормально, довольно просто. За 20 минут решили мы эту проблему. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Только что мы поменяли сим-ридер на Galaxy Tab 52.00, не знаю, это какой-то третий, по-моему.
GTP52, наверное, по-моему, третий. Всем спасибо за внимание, удачи в ремонте, подписывайтесь на наш канал. До свидания.